Возможно, кто-то из вас еще помнит историю чихуашки Тузика, но если нет, то давайте на минуту перенесемся в прошлое. Зимой меня попросили помочь крошечному песику, который остался на улице после того, как его пожилой хозяин попал в больницу с инсультом. Мужчина безумно любил своего маленького друга, но мы отобрали у него единственное родное существо и отдали в питерскую семью, да еще и под Новый год. Бессовестное. Именно так тогда некоторые люди расценили мой поступок. Но сегодня хочется внести ясность и показать вам, как живет чихуашка Тузик, а точнее уже Боня, и объяснить, где хозяин и жив ли он вообще. Вначале я и сама этого не знала. Ко мне обратились его соседи и умоляли найти бедному чихуашке новый дом. Когда хозяина увезли, Тузика выбросили на мороз. Его подобрала добрая женщина, но по странному стечению обстоятельств у нее тоже случился инсульт, и буквально через пару дней. А потом выяснилось, что мужчина выжил, сам лично смотрел видео о переезде Тузика в новый дом и плакал. Но не от обиды, а от радости, что мы позаботились о его маленьком питомце. Ведь в свою квартиру мужчина уже не вернется, потому что он живет в доме инвалидов, а туда с собой собачек брать не позволяют. Поэтому в данной истории все, наверное, сложилось так, как должно было. Сейчас Тузик, а точнее Боня, живет в шикарных условиях, спит у камина, обожает свою подружку Ши Цу, кошек и, конечно же, новых родителей, которые балуют его, наряжают как принца, берут с собой в путешествия и даже в спа-салоны. Они до сих пор шлют приветы из дома, и душа радуется за Тузика.